И всем привет, с вами Вордикс, и сегодня мы будем играть в подделки Дорс. Такие вот интересные режимы, но не буду томить, погнали сразу. Тут интересные подделки. Ну, если честно, уже сделано более-менее качественно. Я бы так, ну, наверное, не смог, наверное. Вы видели это? Кто это? А чё раш следующую дверь где спрятать? Что, так быстро сик? Так, подождите, за мной двери закрываются. Вы видите это? На 10-й двери будет побег? Не верю. Еще больше глаз стало. О, нет. Сосками или мамонта. Сосками или мамонт, реально. Просто сосками или реально. Мне кажется, вам музыка очень сильно мешает. Да блин, сделали бы свою музыку кастомную. Если еще получу ваше вот это вот. А, ясно, помню просто. Так. Я реально скоманул сика? Ой, ручки. Миленькие мои. О, где сик? Вы убежали! Тут, блин, так все организовано. Очень все странно. Амбуш? Реально амбуш. Мусорный пакет, ё-моё. Давайте еще раз попробуем. Мне, если честно, даже понравилась эта игра. Ой. Куда я еду? Такого не было. Ребята. Видно, мы куда-то едем. И почему? Как? Что мне сделать? Чё лифт как-то меняет цвета? О, нет. А, я из этого лифта выходил. Понятно. Так, это сейчас, можно сказать, 5-я дверь. 7-я. 10-я. 11-я. А как от него спрятаться, я не понял. Это же амбушек. Амбушек. Прям идеальное название. Вот, я в средний лифт заходил. Нет, оно опять мою музыку начало. Так, ладно. Опять. Так. Дорс. Так, есть самая популярная Bad Bed. Какая-то Bad Bed. Типа с плохими текстами. Текстурками. Ой-ой-ой. Один человек лимит. О, смотрите, зубастик. Ладно. Так, один человек лимит. Хорошо. О, нет, меня закрыли сеткой какой-то в 4 пика. Самодельная песня. Мы
Мне понравилась эта песня. Прям... Тут даже ящики можно открывать. Как в шкаф. Как в шкаф. Просто в шкаф, типа, подходишь к нему вот так вот, оп. О, он сам закрывается, я понял физику эту. Тут куча глаз. А, это типа дождь залог. Какая скримерная у него это текстурка. Фу, блин, я испугался. Послушайте. Не правда это или прекрасно? Так, звоним звоночку. Опять просто тупо проходим на пролом вторую дверь, третью дверь, четвертую дверь. Четвертую дверь, пятую дверь, шестую дверь, седьмую дверь, восьмую, девятую, десятую. О, за кем-то Сик уже гонится. За мной нет. Уруфу. Ой, я прошел Сика, обалдеть, какой он сложный был. Просто я тогда испугала. Что за пылесос? Откуда он приехал вообще? Ладно. Так, у меня же не будет этой песни лифта, наконец-то. Так, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. Тут десятая. Вот туда. Сик. Самодельный. Я не знаю, я боюсь оборачиваться, где он. Эй. Подожди. Оу, щит. Оу, щит. Я прошел. Все, я в шкафу. Что? Это не твой дом, понимаю. Где есть... О, фигурка. Пон. Абсолютно пон. Пон. Ищем книжки. Просто ходит так. А, квадрат, пентагон. Щит, 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 щелик пропусти. Обалдеть. Ну, так, это вторая была подделка Дорс. Так. Дорс РП, миллион визит, какой бы такой интересный по превьюшке найти. Дорс РП, я слышу, что-то какая-то типа такая и есть интересненькая. Где она? Ее что, удалили? Дорс РП Морф. Все. Осень морфы. Дорс РП. Нельзя просто так. Дорс РП New Items. Опа. Как будто я сейчас пукну. Ой, не важно. Так.
уже, если честно, над спавном уже охренеть как заморочились или просто скопировали. Так, морф, я могу стать амбушем! Моя мечта. Ва, сейчас всех тут резать будем! Так, карты, карты. Библиотека. Так, тут два амбуша, нам два амбуша не надо. Так, типа, мы тут такие фигуры. Прикольно. Ребят, кто смотрел прошлую серию, это мы так просто ходили. А если я фигурой в шкаф залезу? Не, ну абсолютно понимаю. Ладно. Яха-муха, я застрял. Что? Я убился, походу. Вот это, конечно, громко все. Я так не ожидал. Так, как морфы? Морфы. Так, я хочу стать сигом. Так, подожди. Нет, значок морф. Так, значку дверь 100. Ладно, это что-то непонятное. Я могу в Тимати превратиться, в маленького паучка. Сейчас кого-то сожру! Из тумбочки выползу! А что я так медленно как-то езжу? А если я в Джека превращусь? О, я Джек! Я тень. Я та самая тень. Смотрите. Тень запряталась в шкаф. И торчит только моя башка. Я вот так вот стану вообще скримерно. Я чуть не обосрался. Амбуш. Так. О! Пшикалка! Ребята, смотрите. Где? Где кто-то? Смотрите. Просто понимаю. Так, давайте морфы. Не, он так крутится. Не... Показывайте крест, мне больно, понимаю. Так, давайте уже пойдем, короче, сюда. Подождите, а как? Это я лучше в Винду превращусь. Ой, что, мне не работает анимация, уж подождите. Лучше в Раша. Давайте фигуру, самая вот такая нормальная персонаж. Так, давайте, короче, идем. И тут мы не проходим, потому что мы лохие, мы большие. Что у нас рука так, типа, мы поломали ее. Так, тут можно по улице походить, обалдеть. Я никогда не видел улицу Дорс. А так там нету продолжения. Прикольно. А что у него в голове дырка? Это что такое? Я фигура. Я там вижу дверь. У меня есть ключ. Есть карты. Я тут могу пройти? И ты меня боишься, я так понял, да? Я схавал. Тут Скрич сидит. Так, подождите. Если... Морф. А ну-ка, я тоже сейчас в это... В сигу. Следите. Все, мы бежим за ними.
дорога. Нет, Амбуш, ты все портишь. Вы слышали? Согласен, прям рай для ушей. Прикиньте, так Амбуш ездил бы. Так, тут руки. Руки, давай. Я тебя сейчас пугать буду. Ну, а такая маленькая серия вышла по Дорс с всяким плагиатом. Ну, а с вами был Лордикс, переодетый в Амбуша и Раш. Ну, и всем пока-пока.